тяжело попасть, когда они с залогом этим. А залог тоже умирает? Взяли другого бога. Ну, убить его можно, да. Ну, это нечестно. Заскарил. Да. Ой, деньги кончились. Да мне тоже. Но я опять пошел в гараж с петуха. Да, там калаш валяет. Ты пошел в гараж с петуха? Да. В сам гараж? Пропусти меня чуть вперед, я тебя слепу закину, и ты прям ворвешься туда. Там этот Скар может быть. Он там сидел в прошлый раз. Давай, давай. Ага. Ага. А, лезет в окно в спину. Посмотрите. А. Ах ты конь. Еще один, что ли? Да, все. Да, все готово. Ну, моя Грена в любом случае зарешала я этот раунд. Наверное. Да? Да. Не смотрите на счет. Ты скажешь, что у них не было два Скара. А, да. Это тот Игорь, который... На окнах он, на ближних. Да. Он... Режьте, он режьте. Что-то задумал. Да, возьмите МКС, там МК. Нет. Возьмите Скара, там Скар. Возьмите Муху, если там... Братан, я тебе Муху взял. Давай Муху. Муху цикатуху. Да ну это для гомиков. Пойду опять в гараж. Только в гараже делаю все дела. Очередной смог. Очередной смог. Снова стою одна. Что они ожидали на офисе вообще? Кроме как с ней смурф. Ну, что-то тут пусто. Нет! На окнах, есть? Да. Че, пошли? Шарик взять. А, уже нет. Сзади режут тебя. Сзади, да. Боже мой. Да-да-да-да-да! Вот всех убил. При этом, ну и бред вообще бомжей каких-то. Смурфы еще такие, знаешь, типа. Опять смурфы. Дебил, блин, втроем бегают, один зевса бьет, два вообще дауна стоят, щит пытаются. Я вообще не понял, что случилось-то у вас. Ну, там. Я как в гараж забежал. Чего пытались убить? Пол нашей тимы полегло, потом в следующую секунду пол истин. Снова стою, одна. Что-то мне, блин, эта песня заела, надо ее послушать в перерыве еще раз. Тогда, может, отпустят. Надо опять окна, не? Скорее всего. Там смог, да. Какой вылез. Идем. Ой, я прости. Все. Твоя срака так торчала, я не мог. Ребят, тут на базе у них какой-то больник. Они на базе вообще сидели. Я... Гараж. Я больник. Сидят, блин, на базе. Да? До сих пор да. Сидят? Чиф, вот, да, вот там. Со Скаром. Блин, вот ведь. Да. Накупят Скаров и долбят друг друга в сраке. Сразу слева между ящиком, вот тут вот, белый ящик. Уже ушел. Не-не-не, ушел. Ушел. Это бот ласт. А, за него уже сели. Бот где угодно может быть. Он у нас побежал там изначально раунда. На эндлине. А! Лол! Я его не заметил. Я думал, что за фигня. Так ощущение, что заложник его пердолит в сраку. Что это за звук был? Ну, это я изобразил. Звук. Нуб Тимунг. О, нет. Нубы на офисе. Ну вот вам офис закончился, в принципе. Че столько много их спустит вообще? Не знаю, ну, что. Это же типа неделя пошла или неделя, дни, когда начисляют дополнительные очки. Лучше бы третью звезду дали. Но я не наигрался на офисе, надо серьезную катку на офисе сыграть. Серьезно? Блин, Илюх, пожалуйста, зачем офис? Ну, чувак, ну это не игра была, это какой-то бред. Сейчас против сильных будет интересно, я тебе говорю. Можем взять всегда Митрича, типа, и тогда нам точно закинут, чувачок. Я слил петуха, короче, на один ранг еще. То есть, чтобы чуть-чуть попроще было. Ну, это Митрич, типа. Ладно, давай, уходи отсюда, зачем ты вернулся? Снова стой. Блин, я не могу. Надо исправить это. Не понял. Норм батов мнешь. Да, это я бывал.
Я, если честно, даже не понял. Я их не видел, но стрелял. Вот в Сарсе было хорошо видно, даже на офисе всегда. Ой, это наш. А, это свой. Кто свой, кто чужой? Я свой. Ну там этот. Раньше рез прикольный тоже был на карте. Там Сойс в противоположной команде. Нет, это Джеки Чан какой-то. Джеки написано же Джеки Чан. Да, видишь, все на одно лицо китайцы. Эй, один корейцы. Патрон. Мечта. Джеки Чан реально умер только что. А он жив еще? Не знаю, я думаю, меня бустанут после этой игры, потому что в КДА идет и эта дресня тоже. Разогревка. И я уже 10 человек нарезал. Как я жесток. Тебе надо было на обезьяне дело стартрек набивать тут сейчас. Да, точно я не подумал. Да. Следующий раз. Делать? Тебе надо опять, если найти какую-то цель такую. Да я нож-бабочку хочу. Ну вообще я калаш хочу, но мне кажется, я никогда не набью ранг. Калаш ранг? Да. Да, нет, мне кажется. Да, ну у тебя уже две звезды. Чувак, они уже, наверное, дня три. Ну так не играли же толком. А сам, если ты не играл? А мы с другом, вот с двух звезд. Блин, Сань, сейчас не рассказывай ничего, не хочу слушать твои истории. У тебя такой голос скучный, прям вгоняешь в спячку. Да у меня не скучный. Ну постарайся как-то, блин. Ну я как, мне что сделать? В прятки играть в CSGO, чувак, мне не 12 лет. Я хоть и стримлю CSGO, но я уже старенький чувак. Так, пойдем через окна опять. Мы можем поиграть с тобой в Майнкрафт и там играть в прятки. Чувак, я готов в Террарию, но не в Майнкрафт. Когда выйдет Otherworld, пойдем играть? Я, кстати, да. Часов в Террарии, я могу... Нет, я затрону Террарию, у меня скучно. Там... Я всю прошел, мне даже скучно уже. Играть. Ну ладно, ты раз тебе скучно... Я не хочу просто в Майнкрафт. У нас в Твиттере бомбил Террарию. Ну да, на говно. Нет. Там есть магия. Магия, да. Оружие. Пони — это магия, ребят. Флешки дают. Ага. Еще и хорошую флешку, если бы он вышел, он бы заунил нас. Там еще бой. Боже. Они кемпят. Куча людей, куча людей! Куча людей стоит. Нигде проходит. Ластовый. Норм. Жалко, что он уже умер. Спуди. Здравствуй, Бэтмен. Как тебе пятый сезон Дружбы Магии? Я не смотрю My Little Pony, к сожалению, ребят. Я только планирую начать это делать, но мне еще надо аниме разное смотреть, то есть, чтобы стать гомиком. Как бы план слишком длинный. Этого Эшу сериал. Да дерьмо. Забей, вообще ни о чем, кал. Увы, ях. Либо нет, забей, кал. Да если даже я говорю, что кал, значит кал. А, где патроны это? Кончились, ну что ты будешь делать? Чуваки, ну хоть кого-нибудь дайте посмотреть, хоть врагов посмотрю. Не знаю, опять окна выбивать надо будет. Что еще делать? Чей-то Фамос кому-нибудь нужен? Не. Блин, тут тоже эти праздничные гирлянды висят на потолке. Ну это чтобы создать праздничное настроение. А, в доте в Рошаду шапка. Шапку Рошан. Дот такая, дот. Ну это все праздничное, что там есть. Ну наверняка есть еще что-то. Нету. Есть только шапка Рошан. Ой. Обидно. Заложник. Без головы в прохладе варим. Поджимите его. У нас фикшн опять свое. Тащит, тащит, нормально. Там Виктор Цой остался. Джеки Чан, точнее. Вот у людей чувство юмора, да. Приплыл. И даже без автобуса. Сейчас кучу денег даст. Ладно, все, пора овнить.
Ну, в гараж схожу. В гараж. Там бухают, возможно. Гараж. Пиво такое есть. Пиво не выпить. Че, люховнем? Ща. На длине как-то пустынно. А тут они сидят. На длине как-то пустынно. И холодно уже. Ну, возьму шо, любимую да. пластинку. И скажу себе тихо-тихо, что я чуть не подгорел. Ярик, скажи своей женщине, что она потише. Я что-то напугался, можно сказать. Сука. Что сказать, женщине? Тихо, отойди, отойди, асфикси. Тут Ольга покатала, она норм. Да, да, мы ее напугались аж. А не ходишь тоже в КС? Блин. Можем в Майнкрафт пойти, слушай. Только не хочу строить твой эту огромную. К нам вернется Хадес, а потом футбольщик. Но я запущу параллельно, как в Майнкрафте НС играет специально, чтобы на втором экране. И бежит в гараж, чувак! О, белого. Ага. Ага. Да ты про. Да. Чувак, даю флешку. Давай, куда? Туда. Нормально, нормально, погнали. О, смотрю живой, кухню. Живой, что не видно, Люха! Ну развернись Стой. Же, ну чё ты не стрелял? Там... Да, чувак, откуда я знал, что там двое стоит? Я шёл убивать того, который слепой был. Ну ладно, мы, видишь, прорашили. Блин, пора, наверное, всё-таки брать это. Кого? Не, офис это такое, чисто. Лёгкое. Тут какие-то аутисты играют, если честно. Ну да. Тебе кажется, видишь, я не знаю, вот это похоже на стак или нет, но нас скидает почему-то на одиночек, который кикают друг другу там и все такое. Не, потому что наоборот стак. Ну вот я говорю, я не знаю, что стак не стак. Тяжело сказать. Ну вообще на стак не похоже, они слишком обоссаны какие-то. Лол. Да, вообще, вот так короче, тоже может быть обоссаны. Опа. В перемычке стоит. Если с кухни уходить. Забегай, Ярослав, забегай в кухню. Перезарядись и вбегай в кухню. Сейчас. Давай. Не хочу. Да давай, да смелее. Подожгу их. Да давай, не надо сжечь их. Забегай. Ну, будь уж смелее, ну кто там? Ух ты. Где-то левее, там... левее, стреляй. Один ДЛ, один этот. Стреляй, стреляй. Стреляй. Надо было стрелять. Проиграли раунд, ребята. И деньги кончились. Да, да, я день могу дропнуть. Да не надо, я пистолет. Мы с вами еще не проиграем. Ой, скутроп. Ладно, я возьму. Все, я собрался, пора начинать играть. Фигню занимаюсь сегодня, надо будет сменить ты прицел. Ты тоже с питоном? Катки. Да, питон. Давай, два питона. Два питона. Че, Санчес, никого не... Да там, блин, в перемычке стоит. Да что ж так не прет? Я вообще ни разу не попал с питона, еще и в спину захватил. Чуть не могу сегодня играть. Блин, дай я тебе реально прицел старый поставлю. Этот какой-то говно. Че-то прицел у чувака уехал. Этот прицел какое-то говно. Надо флешить их. Флешить и смочить. Да мы за слабую сторону. Вот. За слабо. Ну, типа, контры слабее. Да, за защиту равна держать. Ой, слышишь, тут уже смог. И хаешка. Они поджимают. Ну, они что-то решили запотеть. Такое чувство.
на ланге. Ну смотри, уже веселее стало, Ирки. Близко есть. Ну хрен тут выбежал, конечно. Горю. Горю. Сдаел, вышел один. Да ты чё делаешь? Ничего себе, он вышел и раздал. Вам подходит. Подходит. На халде стоит. Вот там, да, мэд будет. Да я понял, где он. Пасёт си. Вышел. Я свалил. Так и было задумано. Я хотел на спину обойти. 76 плюс 4 попадания. Просто не повезло. Просто не повезло. Всех убил. Была бы у меня пушка нормальная, но... Ща я знаем сосать на офисе, ребята. Надо что-то делать. Что думаешь насчет видеть и вы? Думаешь, что это good game только? Может быть, нам нормальную монетизацию прикрутит? Что это такое вообще? ДТВ. Опять площадка какая-то новая. Угу. Минус довел один. Ох, они, блин, трое в перемычке. Да ты чё, блин, сидит там? Да? Без головы он остался. И я в него попал. Слева. Тот... Слева еще не за... попал. За стулом. Он подрубил, что ли, я не могу понять. Ну, вряд ли. Он уже приезжал. Ну, чувак, что я могу делать? Их много. Мне что-то надо собраться. Может, эко сделаем? Да, да. Самое время сделать эко. Но я на него пожаловался, так или иначе. У нас экономический раунд? Угу. Тут смок лежит опять. Там АВПшник стоит. Ну они сидят. Олежка. Ой, там много. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ему понравилось, но я минус его. А, АВП длину смотрит. Вход. Угу. Он без броника, то есть был. Нет, раз минус дал. Вот они постоянно там в перемычке вот сидят. Блин, на кухне один нет, 13 хп оставил, другой прибежал и... Как он так стрелял? Я чё, Иисус Христос? Что за дерьмо? Как ты с попадёшь? Это вообще жесть. А почему он с хрен попадёшь? Да потому что у него... Да, чё, Лёха, сейвишь? Чё ты сейвишь свой банан? Иди, отдай его. Больше нельзя сесть на неё. Да, раньше можно было в 1.6, по крайней мере. На лампочке? Да. Да, можно было здесь. Я помню, на это можно было прыгнуть. На ёлку, на дерево. И тут Лёха берет. Кто-то топает там близко. Блин, вот это смысл был тут сидеть. Ну чё, я попал по нему на 20 хп. Нормально, чё. Он твой банан, кстати, забрал. Ладно, бабки. Бабки есть, можно поесть. Давайте, тащите, парни, я чё-то вообще не могу сегодня играть. Худший день просто. Короче, надо длину проходить. Ну, длину там двое обычно сидят, да. Но мы их зафлешим и ворвёмся. Ну, пойдемте, пожалуйста, не задаем. И сейчас не зарашит нам тут. Нет, вроде. Ага. Отлично. Умер. Второй тоже, с авиком обычно. Не вижу. Сейчас подожди. Может, проходим быть, уже по ДЛ. Флэш дал. Поджимайте там с другой стороны. Ага, вон там. В баню забегаю. А
Один готов. Там возле залога, другой справа я смотрел. Ага. Вон, чифт, ножа. Еще денежек немного. Блин, денег нет, надо заложников увезти хоть раз. Просто подбирайте их после того, как раунд за у него. Вам все равно по 1300 дадут. Гона ассалт, ассалт для бичей карт. Ассалт, кстати, я поиграл местный, это просто забей. Да, она еще и шире стала, и там выше. Там просто и... куча всяких окон, дверей, простреленных каких-то штук. Но она сильно поменялась. Они что, совсем больные? Прошу, блин, задержу. Сори. Смоки кидать. Слева на длине есть Скар. Скар. Давай. Ой, по-моему. Он коцанный был. Зря смог дали. Да как не залетает-то, блин, а? Опять в перемычке 20 стоит. Хп. Двое в перемычке, да еще ладно. Один. Есть граната, а? Ярик? Лас, боевая. Двое осталось, ты посмотри. Справа 20 хп в кухне, если че. Попробуй поглубже ее, да. Нет, не повезло. Там этот Скар стоит. Справа, откуда, где, что? Да в кухне, я же тебе говорил, вот. Вот этот, который хрен попадешь. Бери заложника и убегай. Куда ты пошел? Заложник в кухне. А, как отстойно. Супер отстойный. Ну я вряд ли ушел он. Ну так... конечно ушел бы. Ну да. Взял бы заложник и ушел, что такое. Я ни разу не пробовал брать заложник. Там еще минуту дается, может быть, вообще. Берешь заложник и идешь. И идешь. Да. Ну ладно. Сори, пацаны, я. Да ладно, ладно. Я все равно худший. 2-2-8. Да. 2-2-8. Блин, надо собраться. Чуваки, я все хочу собраться, но никак не могу заставить себя играть нормально. То, что мы играем на офисе. Пошел с один рашел тут. Ого. Нормально. Не, ничего не запотели. Где он тебя заунил-то, я не понял. На окна. Я в окна залезал. Я заунил. Я видел его в перемычке. Или это наши перемычки? Наш. У нас. Анальная колбаска, смотри. А я кидаю... Да, какой-то он... Чувак, нам по щам сейчас настреляли неплохо так. Не получается. Вот такой вот флеш даю. Найс, тема вампир. Неплохая. Там сидит коцанный, сильно. Да я понял. Так же сидит. В перемычке. Не попал-то в него, но может быть чуть-чуть. Чиф в перемычке есть они. Да, там голова будет, да-да-да. Я постоянно там кемпер. Ну, я не... Еще один. Еще там один. Да. Притом ты целился в другого вообще. Сдох просто. Да не, Люк, спина никого не будет. Это Илья скочит. Сделал всякий случай. У тебя есть флешка? У меня ничего нету, здраво. Короче, я так сейчас иду. У меня такие ты есть, он может быстро заложить. Справа один сидит. Я не хочу в кухню идти. Один на кухне вот был. Блин, а вот урод. Дэйл сидит. Да. Ты можешь засейвить. Могу. 20 секунд. Там оба, в принципе. Ну, второй, последний красный, короче. А еще двое. Пистолет... Двое. Ну, забейте. Да, вот там. Не зашло. Всегда сидит в этой нычке, он этот дебил. Так, ну, может, надо смоками пользоваться? Я пользуюсь в каждом раунде. Попробуем. Надо все засмочить, где перемычка и про... Меня вообще слили, я даже из окон вылезти не смог. Залезть не хочу. Такая это что за дверь, куда она ведет? Никуда, никуда забей, это вообще не дверь, а бред. Вал. Ну и говно. Это топает. Ну и... Перемычка сидит. Так. Короче, надо кухню слепить смол. И забегать. Че. Я в кухню смог, положил. Я сбежал в кухню. Отлично. Один на ДЛ был. Вернулся сзади, я снял. И на... Да. В офисе. Спереди прям за столом.
Обязательно. Ласт коцну немножко, Илюх, но ты совсем коцну. Да ладно. 34, кстати, попал. Я ему 40 отнял. Я типа знал, но слышал, но даже с префайром видишь, не удалось затащить его. Ну, go гараж. Ой, блин, не ту купил. Ребят, короче, реально, закидываете перемычки с маками, две флешки в эту и забегаем там. Я взял смок, если не убьёте. Да. Можно вообще... Еще бы неплохо в перемычку огонь положить, а смок чуть поближе, но это вряд ли. Ё-моё! Вот он, блин. Один на улице помогите, на улице помогите. Сидит один. Да, дай развернуться. Дал смок туда. Меня убили, лол. Хорош. Блин, там авик где-то. Да. Фига, они решили прорашить неожиданно. Да им скучно, видимо же. Да, такого не те-то. А, в кухне авик. Там, где автомат с водичкой. Убрал в кухне бомжа? Не-не, авик там остался, он в офис, видимо, зашел. Сейчас, подожди. Блин. Один длина идет, 46 хп. 40 хп. Но он слева. В самом офисе. Сидит там. Да, сидит за столом. Ох, пёс. А, черт, на длине заходит, смотрит. Да, уже на короткой, типа. Забегает. А это последний был. Не везет, вообще не летит, короче, попадая, но типа. Сейчас за деф пойдет. Главное пистолетку взять. Не дать. Надо так же сидеть, походу, как крыса. Чувак, я беру смок. Короче, кто на длину будет смотреть? Я длину смок дам на этот, на окна. Я буду вот тут где-то в районе перемычки тусить. Я в гараже буду постоянно ходить, в гараж. Не раш только, пожалуйста. Не, можно рашить. Не. Можно рашить, первый раунд можно. Пойдем рашить. Ладно. Рашим гараж. Ваше дело. Вышел. Джеки Чан накоцал меня жестко. Все, валите, я. Нифига вы валите. Да. Минус дел один. О, проходит там, ну, по мейну или как это назвать, короче, к ДЛу. Угу, било. Я сзади их поджимаю, где они? ДЛ один. Он в этой в перемычке. Ой, трое, короче, ДЛ. Они туда ушли, в сторону кухни. Еще один! Все, еще не бежит. Блин, как этот глок 40 хп отходит к гаражу. Ласт. Пошел Ласт. Туда, куда-то. Видел его. Чиф. Как же эти глоки отсосные. Да, наконец. Два ассиста. Еще победка. Не берите калаши, наверное. Я тут взял петуха. Калаши не надо покупать. Надо рашить, гараж опять. Фармаганы. Ну я дел посмотрю. Это рашите. Давайте, парни. Он на окне. Угу. Гаража, да, его? Да. Но они кемпить надо будут. Один на окнах там снизу был вообще. Отступает к своей респе, что ли? Да. Отлично. Блин, респа отстойно, никуда не пойти особо. Останься в фикусе. Фикус. Вообще, сейчас мы по-прежнему проиграем, давайте серьезно. Отыграем, смотри. Реально в фикусах посидим. Будет не очень. Давай опять раз. На улице много, ой, много на улице, ой, пропустите. Да. Гаражи, значит. Меня в спину нашили уже. Залезли в окна. Да. Ну, не в окна, но в гараже. Двое их там, двое. С револьвером. Угу. Топают. Еще там будет или нет? ДЛ один есть. Да я понял. Ладно. Не буду рашить их.
жмут со всех сторон. Ну сейчас уже нет смысла рашить. Асфиксия, направо чуть дай сразу, когда это. Чё, дать флеш? Не-не-не, просто отойди. А, всё, понял. Да. Я налево отойдусь. С этого с гаража с улицы. Видел. Окна есть или нет? Наверное, сзади. Да лол. Угу. Со всех сторон. Один минус 92. Илюха брос. С дробаша. Давай, эйс. На ДЛ есть, простреливать смог. Лёха в спину. Нет, пойдет. Это не в спину, если он на ДЛ, то сейчас пойду в спину. В гараже тоже были двое. Смог дали на ДЛ. В гараже было двое, да? Да, да. Ну давайте ДЛ тогда сами выбить. Ну они дали смог, не знаю, почему они его дали. Они, видимо, через кухню пойдут. Лёха заблудился тут. Не, не заблудился я, типа решил на ДЛ пойти или нет. То есть. Дурной какой-то. Блин. Бойс, бойс, бойс. Купить мне что-нибудь? У вас денег столько. А, у меня есть, у меня есть. Мне, кстати, понравился предыдущий раунд. Я с чатом сейчас. Типа, моему исполнению неплохо забежал. И уже ведем. 9-10. Опять на окне. Смог был. Гараж тут никого нет. А гараж тут смотрит? Я да, да. Давай смог положим. Блин, короче, другая бы пушка была. Отстойно получилось. Что-то не понимаю, где это. Ну ладно, окна. Пацаны затащат. И лестница. Да, окна все практически. Ой-ой-ой. Окна, лестница. Не, на окнах, ну все. Отойдем. Дофига. Отойдем. Садитесь, Рили, сядьте в защиту. Блин, отдаёте. ДЛ много. Двое. Уже близко тут? Да, кидай, кидай, да, кидай. Да. Вау, двое. По одного 8 хп. Хорош, отлично. Последний у другого заложника, возле кухни. Они оба там. Ой, еще один. Не, он там? Да. Ну, да, да, был там. Взял залог. Собака еще не шипит. Через кухню побежал. А, нет. Че ты ждал, да. Блин. Ок, думал. Ладно, надо нормально сыграть теперь нафиг. Нужен дроп кому? Нет. Давай, если есть что-нибудь. Если мы не рашим, то мы их пока нормально. Типа. А, перекинь. А мне тоже нужен караш. А, окей. Не, надо сесть, пацаны, это да, очень да, важный да. Раунд. И они с АВП-хом еще вообще не высовывайтесь. Там кухонку. Да, да, я на кухне сел. Двое окна, по-моему, стреляли оттуда. Да, простреливают окна. Минут 30 себя продержаться. Смог дальнюю длину. У нас есть там. Есть там, да. Покоцал я его немного, он меня тоже немного. Чё на ДЛе? На длине. Пока тихо. Они перемычку смог дали. Есть хаешку? Не, у меня нет. Хорошо. Опять перемычка ползает. Да я за фикусом. А теперь. Ну они. Отойди от. Все. Проблема, да зря. Идут к тебе, близко. Бляха, мух, я живу еще. Там один коцан на 50. Блин. Там все коцаны. Че, близко, Мэтт. Да блин, тут тяжело он. Кушал очень сильно. Зарядка, у тебя норм, патрон.
Просто бежит и стреляет. Чувак, ну встоящего, не смотрящего на тебя, ну что за дерьмо? Че, гоу прорашим их? Да, надо рашить. Гараж, иначе будет полная срака. Только сейчас главное не застрять в этой примычке. Так сейчас и будет. Ага. Бляха, муха, твоя башка тупая, как она? Тут нет никого. Не, все по-моему. Ой. Не, авик там есть. Что-то я всех продамажил. Интересно, дадут мне за это достижение какое-нибудь. О, близко бля. Есть. У него авик, по-моему. Побежал в эту хрень. Сюда? Да. Ого. Давите. Они возвращаются, возвращаются, их там куча. Я обойду сейчас. Боже мой. Забегают в гараж обратно. А где все? Ну, чувак, что ты встал-то? Ты живи. Там двигайся, это, люби. Они на респе бегают двое. Да, там. Сейчас к чип к тебе пойду, скорее всего. Второй. Ну, угу. Ой, Илюха. Ласт, может, авик взял и в окнах сидит. Где-нибудь сядьте в закрытую. Может. Да, я в закрытую ухожу. В закрытии-то не бывает, правда же, парни, вот так вот. А? Да. 30 секунд. Вообще полное говно. Вот этот фикус, мне кажется, никто не ожидает человека за этим фикусом. Да, согласен. Сиди, сиди. Даже не поймёшь. Он у меня вроде бегает. Да, да, он топает. Надо просто выжать вам, он же не успеет даже довести залог. Так ему время дадут. Там время прибавляет, полтора минуты. Хорошо. Найс. Это пипецки важный раунд, но нам надо еще превозмогать. 11-11 на офисе, когда такое было вообще? Первый раз, наверное. Ну, они играют примерно. Ну, хоть как-то. Потому что они хоть как-то сопротивляются. Это мы, кстати, этот экономический втащили на пистолетах вначале, то есть... Ну, такой форс у нас был. Главное, что втащили. Даже я с 2.28, смотрите, с тех пор, как все изменилось. 14.88. Асфиксон, короче, скажешь, когда они пойдут. Да-да, дофига там. Один прошел. ОНС пушит. Еще один. Близко уже? Не-не, они там вот. Я понял. Блин, показать им мексиканскую дуэль, что ли? Ой-ой-ой. Ну ладно, еще я их отвлек. Дуэль. Там еще один, да, на сокон. Хорошо. Это же молодец. Гараж там глазок. Смотрите, втроем не зафите. На больших окнах с гаража он там бегал. Да-да. Убежал в гараж. Бежал сейчас гараж. Окон будет прыгать. Че, я его подслушиваю. Ну, строй, да, ты мог в коробке остаться, подождать на лестнице. Тих-тих-тих. Ну зря, чувак, хотя ладно. Он... Ну блин, ты так стрелял-то, что ну, в принципе да. У него шанс был. Я в фикусе сел. А в фикусах норм сидеть вообще? Да, это лучшее место. Так я, давайте все по фикусам засадим. Ты, ну нет, тогда они нас легко выбьют, да. На месте тебя легче попасть. Ну блин, это же фикус. НС, вправо стрейфани сразу, с что, ага. Что-то мы жестко поджимаем. Ой, опять с этих заражаю. Блин, да что ж так не прёт, а? Откуда мы это убили? Да забей, я на дальних окнах как лах. Угу. Отдался. Да, и меня это мой мощь. Раунд, сори, ребят, я должен был их выбивать на этом раше, а в итоге фитанул. С ДЛ, скорее всего, пойдет. Они уже могут быть близко. Просто я не привык, блин, вот сорсе окна прозрачные, там реально вот лицо, если появляется, ты бам сразу ему в башку. Близко. Чуваки в холд, холд. Слева прошли. Да, я этого не ожидал. Слева сейчас. Лонг один в гараж. Ну чувак! Что за бред? Блин.
Даже не знаю, пацаны. Даже не знаю, надо сидеть. Ну, я считаю. Ну вы да, вы жестко ломанулись что-то. Тут надо сидеть и петушить их. Я беру петуха и сижу. Давайте, это раунд жизни и смерти. Пацаны, давайте полоскаем друг друга красными питонами. Давайте в круг. О, да. Все, разбегаемся. Думаю, они сейчас ни одного фрага не возьмут. После такого питона. Сакон простреливает. Да давайте просто сидеть. Я согласен сидеть. Я смог, да. Давайте. Вообще не вылезать. Ты сел, ты не в том, слышь, сядь, где длина в... Чувак, это фикус, им надо чекать обязательно на левую, если они не знают. Хотя они залога видят, они чекают. Анальная вода, они же подходят. Да, я понял. Анальная вода. Флэш. Он уже очень близко, мне так кажется. На длине, да? Асфиксейшн, ну, да. Могу слепу дать. Отойди. Давай. Надо чекнуть. Не хотят. Ааа, пусти назад, ты чё? Сори. Он справа, если чё. Да, много идут. Отходите вот что-то, да, отходите. Ещё один есть. Двое ещё, короче, там. НС чекни. Есть один. Справа. Сядем, преимущество за... Куда? Надо себе кухню держать. Хаешками надо откидываться. Я скухнул. Еще один. Хорошо, сука. Минус. Ласт кухня, ласт. Если ласт. Давайте, да, давайте да, подожмем. Выходите. О, хорошо. Say hello to my red питон. Факин кокороч. Так. Но мне нравится, как мы держали. Вот раз надо повторить. И это будет наша карта тогда. Это же из этого, из Evil Dead фразы. Да, именно оттуда. А ты изначально обязательно сидеть там в этом фикусе, чтобы все получилось? Не, ну я жду, пока асфиксин и офидит на длине, и потом ухожу оттуда. Чувак, ты еще в Сарсе не видел, там вообще в ящик можно было запрыгнуть. Да, кстати, первым, да. Сакон стреляет. В этот, в офисный, да? Угу. Смотри, асфиксейшн, как только они идут, я вот эту свою слепу откидываю, да, ты как идут, бы выстрефливаешься. Забегай назад. Все. Так, еще теперь один. Выбегай. Блин, ну видишь, мы не... Да. Я провафлил. Заходи. Оп. И теперь? Давай. Ну, почти. Сакон. Отойди на секунду. Отойди. Хорошо. Угу, да, красота. Ласт остался, пойдем выбивать его. Его зажмем. Он в этот подъезд этот забежал. Подъезд? Ну да, как он. Погореться. А он в падике сидит. 5-0. Ну видите, мы типа тактически разобрались и все. Шотганы зажали полотно. Ну слушай, Ярик, мне кажется, офис самая интересная карта. Ну вот, да, она стала самой интересной теперь. Я еще хочу офис. Еще я парочку. Не очень хочу, если честно. Парочка, троечка офис. Ничего, Хадес тебя заменит. Тот еще любитель офис. Да, давайте не будем рашить, а будем как крысы играть дальше. Да, мы так и делаем. Никто не пошел, если че. А я в офисе сижу. Ты у нас револьвер у кого-то? Нет, это там стреляют. Это они, значит, простреляли. Да, асфиксон, как обычно. Жестко? Норм. Там вдали был. Я понял. 4 хп. Да. А, вышел один. Угу. У него петушок. Он возит автомат. Еще там, двое, Мэтт. Еще один там есть. Да я понял, но... Заходит в это... Ты зафлешил, кстати, хорошо. Да, блин, чувак, ну в этом как бы и мысль. Да. Того, что я делаю. Там, да, справа. Тут уже я рисковать не буду. О, а чё вы не сказали, что нужна база у нас бегает? Я сказал, а я не слышал. Пасос. Сквозь стену. Пасосочка. Да вот, да. Реально пасосочка какой-то. Пасосочка. Папки есть? Есть. Так, асфиксан. Да. Возьми слепы и кидай, когда я скажу.
Как ты его только не назвал, он только не асфиксшн. Асфиксон. Ну да, асфиксон, кстати, легче, чем асфиксшн. Туда дать на... Не-не-не, пока сядь просто. И только не заблочь меня, когда я на отходе буду. Да, смог дам туда. Ага. И чё мне теперь смотреть? Ну ок. Зайди в комнату сейчас. Пошли, подберешь мою ВП. Готовь, достань слепо. Да, да. Ого. Пот. Что нахер? Смог? Все нормально с ним. Ну так, да. А. Коктейль, блядь. Yeah. Да, фиксейшн. Да я тут, да. Кидай, выкидывай. А, хороший. Спасибо. Еще один, еще один. Справа. Так. Далеко. Не, отошли, отошли. Один на кухню пошел. Блин, пососный. Он ушел, он покоцанный. Но он смотрит там, кстати. Фикус. Найс фикус. Нормально. Двое осталось. Я думаю, что... Беги, брат. Да, где, здесь сдейл. Где-то здесь должен быть. Ну, сдейл пойдет. Им, по-моему, еще с кухни идет. Да, вроде еще. Ну, ладно. Воу. Отлично. Ну, ясно. Воу. За счет меня затащили, как обычно. Подрубил, да. Че, пойдем в раш? Ну, чё-то... Ну, было бы красиво их на раш, конечно. Ну, давай, пойдём. Да. Блин, у меня, правда... Я чё-то тут неправильно посчитал, ну ладно. Если мы сейчас отдаем, то я буду бомжом в следующий раунд. Конечно. Нормально. А в гараже никого? В гараже есть! Он улетел! Ну, обещал вернуть. РСП есть один. Папич Ган заовнил его. А двое под меня идут. Так, возвращаемся. Слева, наверное, будет. Да. Блин, как у меня... Лонг уже прошли. Вау. Уже на базе. Уже вот из лога. А вот там я забрал. Вяжет его. Слепо дом. Мэтт на слева. Хорош. Ааа, Сакон нашил меня. Хорошо, парни. Красиво. А где наши? О, третья звезда, пацаны. Да. Ну вот. Нет, второй маг. Ну я вторую половину вытащил. 2-2-8 у меня был, значит, получается, что я отыграл. 17-8 вторую половину. Чип репорт. Патруля. Вот когда на меня патруль отправят, тогда я буду считать, что моя миссия выполнена. Ну чё, ты пойдешь в Майнкраб? Я могу на тебя вызвать патруль в любой момент. Не надо. Я люблю тебя. Слушайте, а есть, кстати, чувак, его зовут Фродер, по-моему, на Твиче. Он, короче, играет, покупает новый аккаунт и играет специально так, чтобы его забанили в патруле. То есть у него такой челлендж. Он, короче, специально водит по стенам, как полный ублюдок, короче. Потом выбегает, какие-то прострелы безумные делает там. Ну, типа, знаешь, чтобы казалось, что он с ваком играет, как полный урод. Сколько сейчас надо каток выиграть, чтобы тебе давали патрули вот эти? Кейсы рассмотреть. 150 и первый Беркут, по-моему. Не. Раньше 100 было и, по-моему, первая звездочка хотел. У меня 150 капок, это точно всегда было. И, блин, с первой звездочкой я не знаю, что ты можешь разобраться там. Ну, не знаю, вот. Ладно, я, короче, ушел. Давайте. Счастливо. Ладно, я еще парочку сыграю, пойду в фифу. Давайте Хадес, наверное, возьмем. Че, опять офис или может что-то другое? Не знаю. Давайте где снимки тащу. Ну, короче, давайте одну сыграем. Обычную, потом один офис, и я пойду. Какую хотите? Офис обычный. Да, черт его знает. Любой. Даст. Кроме оверпас. На дасте нас порут, на оверпасе нас порут, на мираже нас порут. На офисе нас не порут. На дасте. Пошлите даст.
Как же мне... Даст? Ну, как знаешь. Чиз закачет. Это первый даст. А, ты второй хотел? Ну, ты говори даст 2, ну... Какой первый? Слушайте, я 100 лет не играл первый даст, я даже не помню. Я играл только в этот ДМ. Я помню, там вот этот левый под мостом проход на... Там только Тёмка же ведет на А, а Б вообще у КТ на этой самой, на респе. И как там пройти на это? Давайте второй даст, первый это совсем... Ладно, давайте второй даст, чуваки, но на нем вы сами будете играть, потому что как бы я вот юзлес говна кусок. Я все время буду осмотреть. Сейчас много калашей у нас, да? Да. У нас? Калашей. Ну типа раньше у нас был такой... А, вы все апнули 4-звёздные, а? Ну да, кстати. Ну я тоже уже на полпути к калашу. После 4-звёзд дают калаш или после 5? Нет, 4-3. 4 там, да? 4 и следующий ранг типа калаш. Ох, как сладенько. Можно будет удалить CSGO и больше никогда не играть с этим калашом. Лик, держи творчество для поднятия боевого духа, ты суперкол. Спасибо, братан. О, классно. Чувак, отличная картинка, спасибо. Я ее сохраню себе, потом поставлю куда-нибудь. Спасибо, братан, держи пятюню. Люблю тебя. Чувак, меня из тебя убили, пока я твою дерьмовую картинку смотрел. Ну ты конченый. Кидаешь говно какое-то. Разогрев важнее всего. Блин, ты сбил меня, влияет. Ты сбил с меня Настра. Как не влияет, он влияет. Вот смотри, в прошлой игре я набил на разогреве и сразу сказал, что мне апнут ранг, потому что КДА будет супер большой. Ну тебе просто повезло, я считаю. Ни хрена, КДА, мне всегда ранг апают, когда я нафармлю на разогреве. Да, если ты сейчас набьешь и... Сейчас я не набью уже, сейчас меня тут наовнят, мне вообще понизит, наверное. В следующий раз, когда смогу набить. Тогда проверим мою теорию. Но мне кажется, что это зависит, потому что на CSGO Stats и в самой CS-ке... Блин, я не смогу сейчас в главное меню уйти. Но, короче, когда вы открываете статистику последней игры, там остается ваше КДА вместе с разогревочным раундом. Ну чё, куда? Вот все на Б хуя. Может, на лонг, нет? Да, пойдём на лонг. На лонг? Ну, у меня респ отличный. А, ну окей, окей, давайте на Б тогда. Не-не-не-не-не. Ну, давайте на Б, я уже со слепой. Можешь мне бомбу скинуть? Не... Если хочешь первым зайти. Да уже не важно, подберете. Сейчас не до этого. Выкидываю, спиной иду. Выхожу, есть! Из машины. И один под окном, под окном, под окном остался. Все, ставьте. Двое КТ. В тёмку один пошел. Блин, немного не повезло, я ему хорошо попал, по-моему. Нахрен это, перестрелка дебильная. Ну ладно, окей, окей. Асфиксия начатырил. Я их отвлек. Какие-то своим телом. Я, кстати, одну минус 98 на гамишу. Ну вот теперь можно на лонг. Да, теперь на лонг. Теперь на лонг, а я зиги подожму, давайте. Вообще можем был на В пойти, типа, с... Тупо зажать кнопку и все. Ну да, Б поменьше, но они уже будут ждать. Б1. Б2. 2Б. Яма, да? Не понял. Где он? А, сайт есть. Флэш. А, блин, сори. Неудачный кнопка какой-то. Да, чуваки, да. Что вы делаете? КТ ласт. Он еще живой? Ой, это наш. Да. Че, пойдем, кто сейчас не был? Да, Гоба сейчас. Главное, что не потыкаю сейчас, не дарю. Как теперь забегу. Там коронная флешка была в первом раунде. Не, они оба слепые были. Ну, да, да. На машине не был слепой, но типа он дальний, пошел, как полная лалка был. Саня сейчас просто на стрельбу берет. Чиф, сори. Окно посмотрите. КТ есть. Двое КТ. А-а-а, граната. Чуваки, чего вы так давите? Дайте АСЕ. Не дайте, чуваки, дайте кто есть. Сворует АСЕ, кто сворует у него АСЕ, тому 50 рублей на вебмане. Дайте мне 50 рублей на вебмане. Че сейчас на 50 рублей можно купить? Да какая, ну 200 рублей на вебмане тому, кто застилит эти. Пацаны, дели пополам.
Все, а деньги остаются у меня. Зажили. Все, бай, да, нормально тебя делали. Все, пора становиться АВП-шером профессионально. Трое Б, трое Б, не идите Б. Я попробую делать. Ага, есть один. Я был голден. В яме, походу. В яме. Так, минус. Лол, что это было? Оп, как его смог я кинул. Из понта. Ой, как он хорошо стреляет, он за ящиком сидит. А, за боксом. Поднимается. Ага. Готов, готов. Вы поставили на, а? Нет? Нет, поставили там. Зиги идет, Зиги идет. Чуваки, внимательнее. Я не успеваю. Бомба на ДЛ упала. Они все там, да. Сколько их было? Да. Ты, мы, по сути, их должен сзади быть. Один Зиги вроде уже. Но... Да, он да. подходил. Возьми. Угу. Бляха, муха. Под этим слева. Блин, а можно как-то сделать, чтобы полосы черные в АВП прицеле были потолще? Без понятия. Скачай, скин себе. О, конечно, о боже, чувак, это было так эротично. Это было так плохо. Даже хуже моего промаха. Куда? На Б мне, конечно, стеками надо выйти, раздать. Там у вас даже пушки есть, погнали. Ну, пойдемте. Люх, я слепо? Нет, к сожалению, вообще не, не взял. Ты это... Нижняя, возможно, свой была. Дали. Возможно, нижняя. Давай смотрю. Летел, но... Никого. Из окна выпало. Двери. Не из окна, из двери. Дверь, помоги, Хадес. А, блин, Хадес, ты умер, такой? Я. А, ты умер уже. Убили. Блин, 86-14 осталось, опять я не стал переставать стрелять. Чуваки. Забавно. Полный отсос. Надо что-то менять. Алка забрал мою. Хадеса? Да, Хадеса. Кикать без вариантов. Го по миду, ну через нижнюю на мид, да. На Б. Там кинули петушки. Через нижнюю на мид и на Б. Меня это? Револьвер, что ли? Ничего у меня вообще. Давайте выходим. Слева, слева есть. В окне, в окне, в окне. Я сити засмочил. Пашу, кидай, выходим. Сзади, сзади уже нагибают. Блин, это наш столько слеп. Ну, отцепите, вау. Чувак. Одного мы убили, да? Надо по лангу идти. Да, давно было пора, если честно. Не знаю, почему мы этого не делали. Не. Тут какие-то у нас смоки получаются, что здесь надо... Ой, иди ты своим смоками, чё. Да не, я их кидаю. Но кидаю так, что потом какой-нибудь, какой-то чувак с 90 начинает расстреливать нас. Из них же. Ага, много лонг могут быть. Господи боже, пожалуйста, пусть никто... На этом на меду стоит. Как-то безыдейно, парни. Топай. Ну, а, забегаем. Ну, я хотел по зиге пройти. На. Я мертв. Есть, слева. О, блин, я думал, это ну, ты его убил, и он мертвый падает. А это ты отдался. Как-то вообще пососно.
Может даже засейвить имеет смысл. Слева, ща придет, в спину. Да-да-да. Да, я тупает. Цел куда-то странно был просто. Да, я не смотрю на него пока. Он справа, да? Адес, вот зачем справа? Ты смотришь в стену?